1 мая 2019 года в Харькове. Майская демонстрация. Ну что, полиции и антагонистов, то есть протестующих против демонстрации 1 мая, по-моему, гораздо больше, чем самих первомайских демонстрантов. Сейчас будут в буквальном смысле демонстрации, пройдутся до собора Благовещенская. Ну, масштабы, конечно, не советские. Начиная от того, что до собора тут рукой подать. А где он, кстати? За Покровским спрятался. Заканчивая тем, что количество людей, конечно, мизерное. Что это за ракурс такой, что я не вижу Покровского, чьего-то Благовещенского собора. Первомайская демонстрация на фоне пасхальных яиц. Есть в этом нечто сюрреалистичное. Ёлочек. Для Russia Today. Здорово. Привет. Для Russia Today снимаешь. Для себя снимаешь.